Осенний вечер в большом городе наступает внезапно. В темноте растворяются силуэты засыпающих зданий, уставших за день от бесконечной суеты. Город зажигает тысячи огней. Оживают фары машин, фонари, витрины магазинов. Чья-то невидимая рука включает окна домов, больших и маленьких. Люди спешат домой в автомобилях, трамваях, метро. Тысячи людей. А мне так хочется зайти в уютное кафе, сесть за любимый столик и вспомнить о самых интересных событиях этого дня за чашечкой ароматного кофе.